Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Мигу Фифа. В общем-то, сегодня выходной день. Казалось бы, можно было выпустить карьеру, можно было записать до хрена видосов наперед. Собственно, видосы наперед есть, но сегодня карьерки не будет. Сегодня я хотел поговорить с вами вот о чем. Опять же, о карьере. Просто у меня возникло желание начать новую карьеру, третью, которая вот параллельно у нас будут идти три карьеры. Милан, карьера за Бобби Брауна и вот карьера следующая, которую вы мне сейчас выберете. Значит, есть по ссылке в описании, я ссылочку оставляю. У меня на стене в официальной группе ВКонтакте, опять-таки ссылка есть в описании, я провожу голосование за то, какую команду мы выбираем. Собственно, то, что карьера будет, это мы уже 100% знаем, карьера будет. Вопрос, за кого? Значит, есть два варианта. Первое, это Шальки. Учитывая, в какой жопе сейчас находятся Шальки, их надо доставать оттуда, их надо спасать от вылета. Ну, в общем, будем как и с Миланом, в общем. Хотя немножко другая история, но главное нам Шальки спасти и так далее, и превратить их в топ-клуб. Второй вариант, это Салфорд. Почему именно Салфорд Сити? По-моему, так клуб называется. Это английский клуб из 4-го дивизиона Англии. Почему именно он? Потому что, ну, там эмблемка очень похожа на эмблему российской премьер-лиги. Поэтому этот клуб вот так эмблемкой притягивает. Что мы там будем делать? Мы продаем абсолютно всех лидеров. Абсолютно всех. Просто продаем всех игроков до 21 года. И будем играть лишь молодежкой. То есть трансферы. Я подумаю, на трансферы, наверное, будут у нас только английские игроки. То есть, если кого-то закупать, то только английских молодых игроков до 21 года. Все остальное, наша главная подпитка игроков, это молодежная академия. Ну, короче, типичная молодежка, которая будет расти, развиваться и зарабатывать себе славу, популярность. Ну, короче говоря, они будут медленно продвигаться, продвигаться вверх к вершинам, собственно, чтобы в финале, я, конечно, думаю, что мы не успеем, наверное, за 3 месяца эту карьеру, но тем не менее, чтобы мы в итоге вышли. Ну, условно, какую-нибудь там АПЛ, куда минимальные цели, максимально, если успеем какую-нибудь там Лигу Чемпионов попытаться взять, или АПЛ. В общем, посмотрим. Значит, все зависит только от вас. Голосование уже там идет, как 1,5 часа, пока там с огромным трем побеждает Шальки, 14 голосов против одного. Но вы можете все перевернуть, чтобы к завтрашнему дню я выпустил карьеру, может быть, за Салфорд, а может и за Шальки, кто знает. В общем, голосование продлится до 8 марта 16:00. Поэтому успейте перейти по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте и на стене там пора голосовать. В общем, всем спасибо за внимание. Бегом голосовать.